Доброе утро, компания Запки. Утро начинается, блядь, со смеха. Ну, посмотрим. А наше начальство вернулось скорее и привезло вот такой вот... Девайс. Да, не знаю, девайс точно. Кусок провода в силиконовой оплетке. Даже не буду говорить, сколько он стоит. Там они высмотрели тоже у какого-то хитроумного корейца. Наверное, все читали по форумам. Есть такое понятие разминусовка. Ну вот она примерно вот так вот и выглядит. Здесь три провода. Соответственно, провод один подключается к минусу батареи аккумуляторной, идет на массу двигателя. С массы двигателя уходит на массу коробки и прикручивается на массу кузова. После этого, как заявлено, вы там просто будете в восторге от зимней заводки. Экономия топлива везде пишут там от 5 до 25%. Ну, короче, просто фантастических три провода в силиконовой оплетке и тупо медь с клеммами. В общем, мне подарили этот комплект. Сейчас я его на личный автомобиль установлю. Ну, и мы с вами посмотрим, сколько был расход, поезжу несколько дней и посмотрим, сколько он станет. Вообще, работает эта тема или нет. Ну, и если же она все-таки... работает, тогда будете все покупать эти провода и ездить на экономной машине. Хотя отношусь скептически к этой шляпе. Ну что, сейчас будем устанавливать. В общем, мы установили с вами провода, как было указано. Вон они идут. Сам я езжу на Mazda BK 1.6, старенькая, но надежная машинка. Расход у нее в среднем, сейчас посмотрим, там бортовой компьютер показывает. И засечем с вами. Итак, вот он, бортовой компьютер показывает, что на 100 километров средний расход 10,9. Ну, все эти Мазды вонючие так и славятся, что 1,6, 4 ступени в автомате жрут, конечно, много. Пробег у нас с вами, не знаю, не видно, наверное, а вот видно, 66 267 километров, он реальный. Брали машину у проверенного человека, ну, не знаю, наверное... В среднем, я так думаю, что для чистоты эксперимента надо будет проездить 100 километров хотя бы и посмотреть. Вот я скидываю, да, пробег. Ну что, посмотрим, сколько через 100 километров данный автомобиль нам покажет и узнаем, действуют ли эти провода в жизни или нет.